Всем привет! Сегодня у нас 6 июля 2019 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать вашему вниманию такой вот эксклюзивный, интересный сорт абрикоса. Абрикос нектариновый. То есть вот шкурочка у него точно как у нектарина. Вот шкурка, он гладкий-гладкий, как натертый маслом. Такой вот интересный. То есть привит у меня на Пумиселекте. Было дерево на жердели, плоды очень крупные на жердели были, довольно-таки крупные, 80-90 грамм, при нормировке 100-110 грамм. На Пумиселекте, блин, вообще таких плодов нету по размеру. Очень вкусный этот абрикос, мы его давно выращиваем на джем, просто шикардос. Где резкость? Я его важить не буду, потому что, ну, вес у него вот в данный момент на Пумиселекте, блин, по 40 грамм. Я очень жалею, конечно, что наделал это все на Пумиселект. Это первое подношение на Пумиселекте. Жаль, что на жерделе абрикоса пропала у нас. То есть старая была, она пропала. То есть не могу показать. Надо это все переделать на жердель и уже показывать, какие конкретно плоды должны быть. Так, вяжется неплохо, довольно-таки. Сейчас посмотрим, какая мякоть у него. Так, нарвал я чуть абрикосок. Давайте посмотрим, какая мякоть, какая косточка. Косточка довольно крупная, очень хорошо отделяется. Видно, вот я надавлю и сок. Но сока в этом абрикосе не очень много. Капает. Его классно использовать на курагу. Шкурочка. Это реально как у нектарина. Вот берешь руки, как нектарин. Только с вкусом абрикоса. Вкусный, ароматный. Такой интересный у него. Своеобразный аромат у этого абрикоса. Шкурочка тоненькая. Солнце светило. Вообще тоненькая. В принципе, не ощущается при еде. Чуть-чуть хрустит. Сорт классный, все. Единственное, только нужно сажать его на жерделях. Не на низкорослых подвоях. Потому что на низкорослых подвоях будет мелкий. Вот как у меня плод. То есть то дерево, которое у нас росло на жерделе, у него плоды были гораздо крупнее. Крупнее и, мне кажется, даже сочнее они были. Напомню, селект вообще подвой не годится. Вообще, мне не понравился ужас как. Вот это теперь все надо переделывать. Все абрикосы, блин, на дичку. Елки-палки. Так что, ну, а в целом сорт классный. В целом сорт хороший. Лупается вообще идеально, только клац. Кто любит сушеные абрикосы, клац. Просто косточка сама она выпадает. Я вот так разлупил, брум-брум, потряс, она выпала. То есть вот такой вот интересный сорт. Курага с него просто чудесная, и джем с него очень чудесный. У меня мама постоянно варила джем с него, когда абрикоса была дома. Нормально это. То есть класс. Ешь такими дольками классными. Просто супер. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.